Чумордяй, это что у тебя такое? Чё, не видишь? iPhone 12, 3 камеры. Придурок, это кокос. Опять обманули. Нахер я только за эту поебень столько сосал. Чё, тоже iPhone? Ты чё, усатый, слепой? Это арбуз. Значит, эти дырки это не камера? Во мне дырки или в арбузе? В арбузе. Нет, конечно. Это у меня игрища сексуальные были. И бессонная ночь. А чтобы вас не обманули и не кинули, мы представляем отечественную разработку. Наша лаборатория имеет большой опыт в производстве аналогов китайских подделок. Суть та же, только переплачивать не нужно. Главное, застрахуйте здоровье. На рынке появился iPhone 12. Наши специалисты предвидели это год назад. Сотрудник пердельно-рогательного отдела представит вам наш ответ прогнившему Западу. Перед тем, как начать, хочу представить вам Авалон. Авалон зарабатывает на перспективных стартапах, вкладывая в их развитие средства и получая с них дивиденды. Быстрая регистрация, надежность и простота, любезная горячая линия, офис Москва-Сити, 90 тысяч инвесторов, выплаты инвесторам 1,3% каждый день, 7 лет на рынке и 1000 отзывов реальных инвесторов. Зарабатывай, инвестируя в надежную и прибыльную компанию Авалон. Ссылка в описании. Готовы? iPhone 12. У нашего образца есть череда преимуществ. Нет вообще дырок. Зато у меня есть. Работает на 2 пальчиковых батарейках. У меня тоже пальчики есть. Симки нет, поэтому не нужно париться по поводу связи. Зато у меня семки есть. И собак вязать могу, чтобы помет ух получился. Может менять ориентацию человека. Ну, тут мне равных нет. Есть 6G. Но я тоже могу найти точку G. Может заразить коронавирусом, не выходя из дома. Ну, и я могу много чем заразить. Нет зарядки. Ишь, я себя тоже он как запустила. Можно оставить где угодно, и никто не спиздит. О, точь-точь слова моей матери. Но хочу сказать, ни одна пластмассовая хуйня не сделает вас лучше. Счастья не купишь. Счастливым нужно учиться быть. Поняла месседж? Это чё? Я айфон? Фу, блядь. Вообще не поняла. В чём суть-то, блядь? Ты для приличия рыганул, что ли? Ты как все эти люди. Бежишь за пластмассовой любовью. А суть ты в комментах найдёшь.